Спонсор прогноза погоды ЗАО «Эвалар». Попробуйте белковый батончик «Турбо Слим» для похудения. Без сахара и лишних калорий. Батончиков много, а для похудения один. «Турбо Слим». Спрашивайте в аптеках. Здравствуйте. Прогноз погоды на среду, 23 марта. Сегодня представлю я, Екатерина Краснова. Утро 23 марта будет солнечным для жителей края. В среднем температура воздуха достигнет отметки в 10,6 градусов ниже нуля. Теперь подробнее о ситуации в отдельных городах и районах края в четверг утром. Холоднее всего будет в Кулунде и Славгороде, и Рубцовске, там 15,9 градусов со знаком минус, ясно. Теплее будет в Камне-на-Оби и Олеське, там минус 10, минус 4, тоже ясно. В Бийске и Змеиногорске ожидается ясное небо и минус 9, минус 4 градуса ниже нуля. В Тальменке, так же как и в Заренске и Белокурихе, будет минус 9, минус 2 градуса. Ясно. В столице края утром 23 марта будет минус 7, минус 1 градусов. Ясно. Ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление 758 миллиметров. О погоде на четверг это вся информация. Будьте здоровы и берегите себя.